Всем привет, с вами Пират, продолжаем играть Dark Souls 2. Отправляемся исследовать новые локации. В общем, и побеждать всех мобов, которые у нас становятся на пути. Так, ты чё спрятался? Ой, нет, я не хочу. О-о-о, начало просто отличное. Я, блин, предчувствую интересную серию впереди, если мы уже так начали. Большой топор бандита, который нам не нужен. Давайте пока я не буду использовать человечность, а побегу вот так. Так. Ну, хотя бы как-то так. Ты чё? Нет! Нет! Зачем ты так дерёшься больно? Красавчик. Молодец. Спрыгнул сам. Человеческая фигурка. Это хорошо. Один есть. Второй есть. Какой-то лифт вниз. Так, что это там такое? Непонятное. О, замечательное место. Так. И где же? Где же наша первая жертва? What the fuck? What the fuck? Серьезно? Вау. Ну хоть предмет заберем. Нет, не заберем, походу. Чё-то такое. Иди сюда. Мне нужен мой лук с ядовитыми стрелами. Понятно. Чё он сюда не поднимается? Блин. Короче, подожди, подожди, подожди. Так, сюда ты ж не пойдешь? Где мой лук? Где мой лук? Там стой. Сейчас мы разберемся. Эй, куда пошел? Эй. О. Вот сейчас замечательно. Ага, ты даже сюда не помещаешься. Ну ладно. Бедняжка. Ура! 2300 жизней. Ну вот как таких тут побеждать? Как? Зачем их вообще сюда поставили? Треугольный щит с цветком. Знаете, зачем их сюда поставили? Чтоб мы страдали. Вот зачем. Потому что это Dark Souls. Восстановление стойкости дает этот щит. Это, конечно, что? Что? Где? Ого! What the fuck? Ты кто? Ты что? Вы видели это? Я не знала, как вы умираете. Понятно, понятно.
Я не хочу быть одним из вас, кто здесь умер. Так. Значит, не хочу, да? Блин. Это круто. Я не знал, что тут есть такое место. Красиво. Конечно, там ничего нету, но... Да ладно. Прикольно. Так, давайте станем человеком. Кто? Что? Блин, по мне стреляют. А я тут человечность восстанавливаю. Спускаемся. Так, мне нужно что-нибудь еще в эту руку. Например, крылатое копье. Мне нравится. Так, иди сюда. Ну. Воу, воу. Ребят, вы чё? Отлично. Копье хорошее. Этого убили. Доспех королевского мечника. Он нам точно понадобится. Понеслась. Ой, я чуть себя только что не угробил. Что там светится? А, это призывалочка. Это думаешь, что тут светится у нас? Так, и теперь он снова жив, да? Да, оно снова живое. Я не собираюсь драться с ним честно и лезть прям к нему. Давай. Я не хочу умереть. Ай-яй-яй-яй. И так вот получаю, даже не подходя к нему. Прыгай. Вот. Это был нежданный атака. Одна стрела аж осталась. Эй. Иди сюда. Я, конечно, мог эту стрелу использовать. Эти стрелы более полезно как-нибудь. Но я решил убивать этого почему-то не. Все, прощай. Ничего с него не выпадает. Да, вот это, конечно, да. Это, конечно, давайте оценим. О, мои души. О, я это не заметил. Северное ритуальное кольцо и камень кровотечений. Что за северное? Ага, понятно. Мне оно не нужно. Что тут? Что? Серьезно? Что-то мне не верится. Нет тут никакой стены. Руны? Так, тут тоже у нас ничего нету. Эй. О, иди сюда.
Лжец впереди. Ого! Ого! Вот это точно за помощь. Спасибо, чувак. Я слышу лягушек. Где они тут могут быть? Окей, открыли дверь эту. Кто это у нас тут? Ты что тут делаешь? Как ты умер? Ты... Вот, что здесь происходит? Я всего одну штуковину, а они все умерли. Эй. Возможно, этот рыцарь? Стену какую-то там закрывает, поэтому я его убью. И я надеюсь, что мне с него что-то выпадет хорошенькое. О! Копье! Копье Хейдай. Копье, 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 хей, да. О! А ну. Раз уж у меня доспех Хейда, то почему бы и копье? И я его зря убивал. Ничего с него не выпало. Точнее, нет никакой стены за ним. Ладно. Хоть копье получили как-то. Так, тут у нас ничего нету. Еще давайте на другую сторону пойдем. Так, ты у нас что сидишь тут? Ого. Не, призывать я его пока не хочу. Зачем он мне? Тут есть где-то штуковина, которую можно поджечь и осветить тут все. Осветить. Я священник. Освещать будем. Ну и что здесь? Тут ничего, пустота. Скелетик только. О. Вот так вот. Я не знаю, зачем я это написал, но это лошадь впереди. И пусть кто-то попробует меня переубедить, что это не лошадь. Так, ну тут ничего нету. Я в этом подземелье уже полчаса бегаю. Но зато мы здесь осмотрели буквально все, все, все. Так. Так, это подождем. И тут ничего нету такого. Ладно. Ага, я еще не был вот здесь. Готов. Нет никаких призрачных стен. Ничего не работает. Еще один. Фух. Оно походу молнии еще бьет. Это копье. Так, ну тут тоже нет ничего такого, кроме этих мобов. А, еще есть двери. Блин, сколько их тут. Ключ камень Фараса. Вот сюда я не зря пришел. Одна. Еще вот тут. Хорошо. Но тут не может быть, потому что там стена где-то вот здесь, если только. Ну тут чисто, ничего нет. Понятно.
И вот мы тут. Так. Но вот с этих лестниц мы могли спуститься, когда открыли те ворота. Так, тут кто-то свою эту оставил. Метку. Там что-то есть, блестится. Блестяшка. Это мы подождем, это мы делаем для того, чтобы битва с боссом была легче. Так как если мы не подождем вот эту штуковину, то там будет темно, и босс будет от нас уходить далеко и прицел сбиваться. А если это мы сделаем, то такого не будет. И тут еще что-то есть даже. Вот. Какая-то штучка. Гладкий шелковистый камень. Замечательно. Теперь мы можем взять на щит. Я думаю, я один смогу победить этого босса. Я вроде тактику... Ну, тактику я не помню, в принципе. Будем снова изучать. Если не получится, то не получится. Какая красивая. Я шучу, конечно. Вау, вот сейчас это круче выглядит с новой графикой. Забытая грешница, босс. Так. Понятно. Что-то мы ей очень много дамажим. Давай, иди сюда. Но со щитом ее убить очень легко. О-о. Так, мне надо подлечиться. Ого, меч был... Прямо у меня в спине? Ну? Понятно. И когда мне лечиться? Ладно. Ее отпарировать вообще возможно? Нет, давайте не будем пробовать даже. Зачем нам этот риск ненужный? Ай! Я... Прикрылся же щитом. Все. Это было слишком просто. Получена великая душа. Та-дам, та-дам, та-дам. Мне кнопка не позволяет сделать та-дам. Отлично. Выпустите меня отсюда. Слава ключ, короче, получилось. Жук. Жук. Жук, постойте. Я должен это оценить. Ну, осторожно. Волшебство. Какое волшебство? Алгоматная ведь былова и грипп Элизабет. Ну, отлично. Главный костер зажжен. Костер грешницы. Тут ничего нету. Вдруг
61 тысяча душ. Ребят, этого мне хватит на всю оставшуюся, блин, игру. Я шучу, конечно, но, блин, столько душ. Чё их дают столько? Чё-то много душ дают. Очень много. Так, ты где? Так. 20, 20. Ученость 2, интеллект всего 1. Сила до 20 и все остальное на ловкость. 66 уровень. Чё, неплохо. Лягу. Не можем, да? Давайте посмотрим, сможем ли мы улучшить наш меч. Это что-то не то, это тоже что-то не то. Не, меч мы так и не можем улучшить. Копье можем улучшить. Копье Хейда. Давайте улучшим. Осколков титанита больше не осталось. Ремонт нам не требуется. Что ж, ребят, тогда, в принципе, у нас все, да? Мы все добыли, что надо. Это кольцо можно будет потом заменить чем-то. И вот это, я думаю, тоже уже скоро надо заменить, так как оно очень-очень мало восстанавливает. На этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Пират. Всем до скорых встреч. Пока.